Министерство экономики передает заработанные зерна в республиканский зоопарк Ортодайду. По приглашению администрации Амгинского улуса сотрудники Министерства экономики провели в селе Покровка сельхозработы по тарированию кормового зерна. Общими усилиями сотрудников министерства за два дня было упаковано более 60 тонн зерна. Это свыше 2000 мешков. Из которых 40 мешков было предоставлено министерству за проделанную работу. Заработанное зерно сотрудники министерства решили передать питомцам зоопарка Ортодайду – изюбрам Бэмби и Мэри. По решению всего коллектива Министерства экономики мы передаем нашему республиканскому зоопарку Ортодайду и передаем не просто так, а уже по сложившейся традиции в республиканском зоопарке мы приняли всем коллективам решение взять под опеку одно из животных этого зоопарка, и выбор пал на благородного оленя, на изюбря. И думаю, что коллектив Министерства экономики приложит все усилия, чтобы эти животные содержались в хороших условиях, чтобы у них появилось потомство и чтобы это были бы одними из самых красивых животных нашего республиканского зоопарка.